В Астане открылся первый в Казахстане женский институт культурно-нравственного воспитания «Казах-КЗ». Автор проекта рассчитывает возродить национальные нормы поведения. Воспитывать здесь будут девочек от 8 до 18 лет по специально разработанной программе. Она состоит из 47 дисциплин, в которые входят кулинарное мастерство, вокал, живопись и верховая езда. Уроки будут проводиться 3 раза в неделю. В рамках курса предусмотрены также творческие встречи, благотворительные акции и тематические ужины с приглашением известных дам. После обучения воспитанницы сдадут экзамены и получат сертификаты. Этика. Это самый главный модуль. Туда входят такие дисциплины, как философия материнства. Это очень важно сегодня. Все проблемы сегодняшнего дня, сиротство, брошенные старики, то, чего никогда не было у казахского народа, это все происходит из-за того, что не говорят девочкам об этом. Здесь мы будем говорить о том, о месте и роли девочки, как женщины, как матери.